Медведь ждет рыбу возле берлоги. Рыба поднимается из дерева с рюкзаком. Обязательно в такую рань вставать? Дисциплина. Тяжелый какой. Я курьером нанимался, а не верблюдом гужевым. Не шкварчи. Значит, в рюкзаке твоем посылка. Получатель ждет. Можешь приступать к исполнению. Прекрасно. А адрес, имя клиента? Ориентируйся по звездам. Медведь стукает когтем по фонарику рыбы. Покрути головой. Рыба вертит головой в разные стороны, фонарик болтается туда-сюда. Да никак, гусь, медленно. Рыба медленно поворачивает голову, и в какой-то момент фонарик у него начинает светиться ярче. Ух ты, а на закупанные сундуки с золотом эта штуковина реагирует? Медведь усмехается. Попробуй, на досуге. Рыба начинает пристально изучать свой фонарик, пытаясь повернуть голову так, чтобы фонарик был рядом с глазом. Если за тобой вяжется хвост какой, смело беги в темную рощу. Существует она только для сотрудников, а для всех остальных вон то дерево стоит рядом с вон тем камнем. Медведь указывает на дерево с одной стороны поляны и на камень с другой. Рыба кивает. Понял, что еще мне нужно знать? Не разговаривай с незнакомыми, не прыгай под поезд. Говоря короче, имеющий мозги да воспользуется. Че как маленький, читал же контракт. Я не спал всю ночь, меня превратили в кошмарный сон дьявола, и сейчас я разговариваю с медведем, а он мне отвечает, потому что говорящий. Мне правда сложно сосредоточиться. Перечисляя проблемы, рыба пытается посчитать клешней до трех, но получается три раза по одному. В деталях не скажу, всего и сам не знаю, но главное, будь предельно осторожен, ты понятия не имеешь, с чем столкнешься. Мне пора, желаю удачи. Где-то я не там свернул. Медведь уходит по своим делам, рыба отправляется в путь.